вообще возникло зло? Зло откуда произошло? Все, все наши страсти, все, все произошли от возношения нашего. Это я не свои слова говорю, а преподобного Марка Подвижника. Все от возношения нашего. И первый грех, самый-самый первый, у святых Адама и Евы. Они увидели себя царями, богами природы, всего мира тварного. И началось. Помните, как хорошо? Вы будете как боги. Вот источник. Источник. Вот оно. Возношение наше. Да, пожалуйста. Что такое страх? Страх? Ну, страх имеет, по крайней мере, может иметь два значения. Одно дело, ну, сейчас в общей форме сначала скажу, да. Страх. Страх – это боязнь того, что может причинить мне страдание или смерть. Вот какой страх. Страх – боязнь вот того, что может. Или что на самом деле даже причинит. Вот. Мне страдание причинит. Страх может быть разным. Страх может быть таким, когда, например, страх Божий, как понимают правильно и как неправильно. Неправильно понимают страх Божий как? Бога рассматривают как, знаете ли, как того, как палач, который, если я что-то сделаю, он мне даст. То есть так это животный страх, как животный страх. Мы боимся собаки, например, или еще что-нибудь. А есть, например, страх Божий, правильное понимание какое? Страх оскорбить любовь Божию. Вот это страх величайшего благоговения, желание показать свою любовь, ответную любовь. Это вот другое уже. Почему у человека, допустим, есть страх, когда садят машину? Что? Почему у человека вот есть страх, когда на дорогу приходит, что он может сбить машину? Но вот нету страха Божия. Почему как бы мы есть? Ну, потому что Бога не верит. И не Бога, и не понимает, что Бог вездесущий. И поэтому знаю, что если я вот кого-то оболгу, что будет? Кстати, каждый грех, надо запомнить, он прежде всего ранит согрешающего человека. Грех – это рана, которую наносит человек себе самому. Я делаю зло кому-то, кажется, зло. На самом деле – себе. Потому что в душе согрешаем, делаем зло. Зло – это рана, еще раз повторяю. Поэтому призывают и говорят, зачем вы себя избиваете? Зачем вы себя терзаете? Зачем вы раните? Святые отцы так и называют. Грех противоестествен человеку. Как противоестественно ему садиться на горячий костер там или еще что-нибудь такое. Вот что такое. Да.